В Узбекистане находится делегация Итальянской республики во главе с заместителем министра иностранных дел и международного сотрудничества Манлио Ди Стефано. В рамках визита прошли встречи и переговоры в министерствах и ведомствах. Также подписаны соглашения между акционерным обществом «Узмедкомбинат» и итальянской компанией «Даниэль Н.С. Офисин Механичи». Документы предусматривают налаживание сотрудничества по реализации совместных перспективных проектов.